Ежегодно специальные службы, занимающиеся очисткой улиц от снега, сталкиваются с проблемой. Оставленные на обочине автомобили мешают проезду спецтехники. Напоминаем, что уборка территории нашего города проводится круглосуточно от выпавших осадков. Бывает, что бывают периоды, когда снег идет у нас круглые сутки, и, соответственно, его нужно убирать в проезжей части. Отнестись с пониманием и стараться не оставлять машины на проезжей части на наших дорогах. Для того, чтобы очистка городских улиц стала оперативной и удобной, теперь на дорогах появятся знаки, запрещающие парковку на определенном отрезке и по определенным дням. Установка данных знаков связана с тем, что в городе очень трудно идет уборка прибордюрной территории вдоль дорог. Было принято решение администрации о установке знаков «Стоянка запрещена» в четный-нечетный период и также работы эвакуатора. Всех горожан просим внимательно отнестись к данным знакам. Если люди будут оставлять машины вдоль дорог, машины будут эвакуироваться. То есть также просим с пониманием отнестись, потому что данная работа необходима для очистки города от снега. Вчера знаки установили уже на перекрестке улиц Октябрьской и Ключевой, но скоро они будут установлены на всех центральных дорожных артериях города – Октябрьской, Калинина, Уфимской, Нефтяников, а также в местах, где это необходимо.